И всем привет, меня зовут Никита, и сегодня мы плетем очередную летнюю фигурку, и сегодня это будет у нас уже с вами вот такое вот замечательное летнее мороженое. Мы плетем сегодня с вами вот такую фресочку, она плетется при помощи станка, и вы можете чередовать сочетание цветов, и у вас получится интересное сочетание мороженого. Ну а перед тем, как мы начнем, давайте перейдем к рубрике «Передай себе привет». Передаю привет Софье Половниковой, просто Амиру, Виктору Будко, имя, фамилии и летнему лагерю, MyRainbow DIY, Ане. Всем большой привет, спасибо, что меня смотрите. Но если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет, то оставляй запросы в комментариях. Ну и давайте посмотрим, что же нам понадобится. Для создания такого мороженого нам понадобится 55 резиночек прозрачного цвета, также 49 резинок фиолетового цвета, 79 резиночек оранжевого цвета. Вы можете использовать те резиночки, которые хотите. Вот эти резиночки я использую для коржика, а вот эти резиночки я использую как сочетание для самого мороженого. А вы можете чередовать цвета, те, которые вы захотите. Также нам с вами понадобится станок и крючок. Итак, для начала приготовим наш станок. Снимаем центральный ряд и также снимаем вот эту вот центральную конструкцию. И наш станочек готов. Давайте приступим к плетению. Отсчитываем шестой столбик слева. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И с этого столбика мы начнем плетение. Возьмем две оранжевые резиночки и накидываем шестого на седьмой столбик. Эти две резиночки. Теперь еще две резиночки возьмем и накидываем дальше. На следующие два столбика. Так, теперь закрепим. Эти резиночки возьмем одну резинку, накидываем на вот этот столбик, перекручивая в три оборота. Первый, второй и третий оборотик. Так, все, резиночки мы накинули. Теперь проплетем эти резинки, продеваем крючок через три оборотика, захватываем две нижние резиночки, вот так вот их вытягиваем и накидываем влево. И здесь захватываем две резиночки и вот так вот их проплетаем в левую часть. Теперь накидываем по две резиночки. Берем две резиночки и накидываем на эти два столбика. Следующие две резинки накидываем вот сюда. И еще две резиночки накидываем на эти два столбика. И теперь нам надо скинуть все нижние резиночки. Берем крючок и скидываем вот так вот просто все резиночки на этих трех столбиках. Так, все скинули, располагаем вот эту часть по центру, и теперь будем плести уже первый ряд. Возьмем одну оранжевую резинку, накидываем ее вот так вот эти три столбика, перекручивая в два оборота. Вот так вот накинули, это у нас поперечная резиночка, чтобы наша мороженка не разваливалась. Теперь накидываем по две резиночки на вот эти вот столбики. И последнюю пару накидываем. Теперь скидываем резиночки. Для начала скидываем поперечную вот эту резиночку. Вот так вот берем и скидываем. И скидываем на этих столбиках по две нижние резиночки. И вот так вот повернем. И здесь мы тоже вот так вот скидываем. Так, проплели первый ряд. Теперь точно так же проплетаем еще два ряда. Берем резиночку и накидываем ее поперечной. Вот так вот накидываем на эти три столбика и перекручиваем в оборотик. Теперь накидываем по паре резинок на вот эти вот ближний и дальний ряд. Первую, вторую накидываем пару. И последние две резиночки берем и накидываем третью пару. Скидываем поперечную резиночку и по две нижние резиночки с каждого столбика. На ближнем и на дальнем ряду. Так, все, опускаем резинки вниз, накидываем третий ряд, берем резиночку, накидываем поперечную резинку вот эту, перекручиваем два оборота, чуть-чуть пониже накидываем, накидываем по две резиночки на эти столбики и третью пару. Скидываем поперечную резиночку и по две нижние резиночки с каждого столбика на ближнем ряду скидываем. И на дальнем берем и по две резинки скидываем. Теперь будем расширять. Возьмем поперечную резиночку
и накидываем на вот эти вот 5 столбиков, то есть на эти столбики, на которые у нас нету резиночек. И теперь накидываем на все эти 5 столбиков по паре резинок, вот на вот эти вот. Вот видите, у нас здесь нет нижних резинок, и на те, которые у нас есть резиночки, накидываем. И теперь тоже вот на этот столбик также накидываем. Берем крючок, скидываем поперечную резиночку и по 2 нижние резиночки с каждого столбика, где у нас есть эти нижние резинки. Вот у нас на 3 столбиках есть. Скинули на ближнем ряду, переворачиваем и скидываем на дальнем ряду. Скинули. Теперь проплетаем следующий ряд. Берем резиночку, накидываем ее поперечно вот так на все 5 столбиков. И на все эти 5 столбиков накидываем по 2 резинки по паре. Накинул, скидываем поперечную резиночку и по 2 нижние резиночки с каждого столбика. У нас уже здесь резиночки есть на всех столбиках. Скинули. И проплетаем последний ряд уже оранжевыми резиночками. Берем одну резиночку, и теперь мы снова будем расширять, накидываем уже на 7 столбиках эту резиночку. Если у вас резиночка вот так вот сильно не растягивается, то накидывайте одну резиночку на первые 4 столбика, и возьмите вторую резинку и накидывайте на вторые 4 столбика, если у вас эта резиночка не растягивается так. Но если растягивается, то пусть будет так. И накидываем теперь на все столбики, на которых у нас есть эта поперечная резинка, по 2 резинки, то есть по паре. Скидываем поперечную резинку и по 2 нижние резиночки со всех столбиков, там где у нас есть. Вот на этих крайних столбиках мы резиночки не скидываем. Вот мы сплели вафельку, коржик, и теперь будем плести само мороженое. Так, возьмем одну прозрачную резиночку и будем уже снова расширять, или берите ту резиночку, которую вы хотите использовать. Берем эту резиночку и накидываем вот на вот эти вот столбики, на вот эти вот 5 столбиков. И возьмем еще одну прозрачную резиночку и накидываем на следующие 5 столбиков. И вот мы вот так вот расширили. Теперь накидываем 2 пары прозрачных резинок, 3 пары фиолетовых, первая пара, вторая пара, третья пара. Теперь будем накидывать уже 4 пары прозрачных резинок. Первая пара, вторая пара, третья и четвертая пара. Вот мы с вами накинули. Теперь возьмем крючок, скинем поперечные резиночки. Первая у нас идет та, которая правая, а затем скидываем та, которая более в левой части находится. И скидываем нижние резиночки. У нас тут везде оранжевые резиночки. На крайних столбиках мы не скидываем резинки, потому что у нас нету этих оранжевых. И скидываем на дальнем ряду. Скинули. Теперь будем плести следующий ряд. Вот, опускаем резинки вниз. Здесь мы также не будем расширять. Накидываем поперечную резинку на 5 столбиков. И возьмем вторую резинку и также на 5 столбиков. Так, теперь будем накидывать 3 пары прозрачных резинок. Первая пара, вторая и третья пара. Также будем накидывать 3 пары фиолетовых резинок. Первая пара, вторая пара и третья пара. И снова 3 пары прозрачных резинок. Первая, вторая и третья. Скидываем поперечные резиночки. У нас вначале идет правая
вот эта вот поперечная, затем левая поперечная, и с каждого столбика скидываем нижние резиночки. У нас уже на каждом столбике есть все резиночки. Теперь будем немножечко сужать, возьмем вот эту вот левую самую пару и перенесем ее на более правый столбик. И также на дальнем ряду вот. И также мы сделаем вот с этими столбиками. Вот здесь мы берем, переносим на левый более столбик и здесь также переносим. И теперь на этих столбиках скидываем по 2 нижние резиночки. Вот. Слева и справа. Так, сделали. И теперь будем плести следующий ряд. Накидываем поперечную резиночку на все вот эти вот столбики. Тут у нас получается всего 7 столбиков. И смотрите, накидываем 3 пары прозрачных резинок. Три пары фиолетовых резинок. Первая. Вторая. Третья. И одну пару прозрачных резинок. Скидываем поперечную резинку и по 2 нижние резинки с каждого столбика. Опускаем резинки вниз. Теперь берем прозрачную резинку, накидываем ее поперечную. Теперь у нас идет последовательность. Накидываем одну фиолетовую пару, 3 пары прозрачных резинок, 3 пары фиолетовых резинок. Берем крючок, скидываем поперечную резинку и по 2 нижние резиночки с каждого столбика. Все скинул, опускаем резинки вниз, накидываем снова поперечную прозрачную резинку. Если у вас не тянется, то также накидывайте 2 поперечные по отдельности. Так, у нас идет последовательность. Теперь накидываем 2 фиолетовые пары, 3 пары прозрачных резинок. Первая, вторая и третья пара. И 2 пары фиолетовых резинок. Так, все накинул. Скидываем поперечную и по 2 нижние резиночки с каждого столбика. Снова сужаем, переносим самые левые резиночки на следующие столбики. Здесь скидываем по 2 нижние резиночки. И также с правыми переносим правые резинки на левые более столбики. И скидываем здесь по 2 нижние резинки. Так, проплетаем этот ряд. Берем поперечную резиночку, накидываем ее. У нас идет, получается, 2 пары фиолетовых, далее 3 пары прозрачных. Скидываем поперечную резиночку и по 2 нижние резиночки. Опускаем резинки вниз, плетем следующий ряд. Здесь мы
тоже будем уменьшать. Переносим резиночки вот так вот. И здесь вот. Скидываем по две нижние резиночки на этих крайних столбиках. Так, плетем предпоследний ряд, берем поперечную резиночку, накидываем ее, перекручиваем ее вот так вот в оборотах. И здесь мы уже накидываем только фиолетовые резинки, то есть три пары фиолетовых резинок. Первая, вторая и третья пара. Скидываем поперечную резинку, вот эту перекрученную. Аккуратно ее скидывайте, чтобы у вас не соскочили резинки на столбиках. И скидываем по две нижние пары. Плетем последний ряд. Переносим резиночки с левых столбиков на вот эти вот центральные. И также с правых. Здесь мы скидываем нижние две резинки. И теперь возьмем одну резиночку, накидываем ее и скидываем все нижние 4 резинки. Так, переносим резинку эту на крючок. Ой, здесь я не скинула одну резиночку. Так, переношу. Теперь надо сделать узелок. Продеваем крайнюю левую резинку через крайнюю правую. Вот так вот. И затягиваем. И смотрите, вот такое вот замечательное мороженка у нас готово. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и вы вместе со мной сплели вот такую вот замечательную очередную фигурку. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Спасибо большое, что смотрите меня. Сейчас я стараюсь выпускать видео каждый день. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока-пока.